Дорогие радиослушатели, вы настроили свои приемники на волну радио «Голос Анд». Напоминаю, мы вещаем в диапазоне коротких волн 31 метр на частоте 9500 кГц. Каждую субботу с 15.30 до 16.30 по всемирному времени. Пишите нам по адресу: Россия, город Воронеж, индекс 394036, абонентский ящик 585, «Голос Анд». В течение этого получаса вы услышите передачу «С песней по жизни». Мы желаем вам хорошего приема и обильных Божьих благословений. Студия «Откровение» представляет музыкальную передачу «С песней по жизни». Там, где умолкает речь, начинается неиссякаемый источник духовной музыки. В студии Константин Мостолитинов. Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы настроили свои приемники на передачу «С песней по жизни». Я, Константин Мостолитинов, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня, как всегда, мы будем слушать христианские песни, поэзию и читать Слово Божие. И вначале я предлагаю всем радиослушателям открыть книгу «Псалтырь», 118-й псалом. Будем читать с 25-го стиха.